Делегация Еврейской автономной области во главе с губернатором Ростиславом Гольштейном посетила подшефный Амвросиевский район Донецкой Народной Республики. При помощи ЕАО в школе номер 4 создан Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Здесь отремонтировали и оборудовали кабинеты физики, химии и робототехники, а также провели программу повышения квалификации для педагогов по российским методикам. После визита в школу Ростислав Гольштейн встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Мы сегодня посетили урок литературы, посмотрели, как работает оборудование, вручили сертификаты тем учителям, которые прошли обучение по точкам роста, по тем методикам, которые сегодня работают в Российской Федерации. Да, Донецкая Народная Республика уже давно интегрировалась, да, является неотъемлемой частью России. Денис Пушилин ответил, что для ДНР сейчас важны любые точки содействия, и он надеется в дальнейшем выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Как только будут возможности и условия безопасности, я думаю, найдем точки взаимодействия между регионами для того, чтобы взаимовыгодное сотрудничество выстраивать уже и после специальной военной операции, то есть в интересах жителей как Еврейской автономной области, так и жителей Донецкой Народной Республики. Также в ходе поездки члены делегации из ЕАО передали нашим бойцам из 69-й бригады 8 автомобилей «Багги», которые сейчас собирают в нашей области по поручению полпреда Юрия Тутнева, и новый автомобиль «УАЗ». Еще один получили наши росгвардейцы. Передали бойцам и посылки от земляков. Никита Натапов, Новости 21.